снежная бабулька. Вот кто хотел снежную бабку увидеть. Вот сегодня у нас есть снежная, самая настоящая. Не спеши, у тебя там снег налип. Аккуратнее. Пока по глубокому снегу идет, ей даже лучше. Я тоже себе полные снега понасобирала. Ботиночки. Все, сейчас будем раздеваться. Оттаивать. Беленькая такая. Такая. Ты смешная такая. Бабошка. Потешная такая. Такая у нее. Шерсть все защитила. Подушка у нее воздушная. Теперь вот так поп открытый был у нее. Там плохая такая застежка под хвост, поэтому у нее чуть поп открывается. Такая нету, нету, нету. О, хоп! И заснежная. Вот такая бабулька. Ну, главное, корпус защищен. Лошадь не заболеет. Ну, шею застудить не застудится. Да, ну, естественно, сейчас нормальная температура на улице. Поэтому такая гривка у нее украшена прям красиво снегом. Вот такие бабушки. Да, бабо? В общем, бабо передает всем привет. Всем здоровья и долгих лет жизни. Да, бабо? Вот так вот.